Я в деревне живу, в селе. У нас низкие зарплаты и все. Тем не менее, сложно складывать. Да, у нас было 200, 180, 170 рублей зарплата. Мы даже складывали деньги на книжку, но не было чего купить. Поэтому сложно вот определяться, мы богатые были или мы были просто равные в своей нищете тогда. Мы на самом деле не были богатыми, потому что мне когда говорят, что вот вы знаете, эта чертова революция, она все испортила, потому что до революции так жили все хорошо, и еще лучше, еще лучше. Я не имею права критиковать тех людей, это их мнение. Это их мнение. Но я всегда говорю, покажите то место, где вы жили тогда так хорошо. Где тот замок ваш, где тот дом красивый, вот кирпичный, все, да. Где подвалы, набитые винами там, вот, и окороками. Где тротуары, где бассейны, в которых вы купались. И мне говорят, ну вы что, Света, то такого не было в жизни никогда. Но при советской власти мы жили вот. Точно, хорошо все. А покажите где? То место, где вы жили при советской власти, во. И получается снова немножко не так.